закусил. Ну все, погнали, погнали. Ну да, посмотрим, что здесь можно закупить. А, ты что, грузишь, что ли? Я хочу пики потом чекнуть. Чего хочешь чекнуть? Пики, блядь. А, ну я чекну с телефона, погляди. Я тебе скажу, какие пики. У меня открыто на телефоне, я смотрю. Не, ну да, вот, дядь, ты ебал, прицелась и Магнуса, а не откуда. Жа, она даже хилку, ты похилился бы. Ты иди купи себе хп, чтобы это, или ты не можешь себе похилиться. Не можешь, да? That could solve the general's problem. If we make it. Damn, and it's just been sitting there for you? Блин, за тут дробик есть, но мне калашек уже буду играть с калашиком. He sent a couple of expeditions out in the early days of the collapse. Гранату. Гранату-то купил, Лёх, на всякий случай? Ладно. Две, да. Блин, ты реально? Да надо тут нельзя колоду поменять, блять, вон какой-то матч, да. А перезапускать я здравствую. Ну не знаю, если они отдадут Магнуса, если они реально будут отдавать Магнуса ЛГД, это лучше. Если они этого не понимают, то и ничего делать дальше. This is Hope One. Over. Что это там? Там, блядь, еще один второй босс. Огр. Знаешь, могу сказать, что с прицелом удобно вот стрелять, да, по этому, по большому. У меня прицел не на окно. С ним, да. И тем более он, блядь, как бы не дрожит, блядь, как маленький. Ну вот, кстати, знаешь, что еще такой герой? Вот шейкера нельзя тут забывать. Я не шейкер. Блядь. Вот шейкер, кстати, топ-1 это, слышишь? Пиком? Да. Он вообще за все интернешнлы, кстати, тоже первый пакет. Ну так это вообще, на самом деле, это же мега имба герой, блядь. У него, считай, 4 стана, ну считай, да, там, ну, блядь, ну ты сам, блядь. У него 1 000 000 станов. Ну, блядь, может, герой он что-то понимает. Так нет, понимаешь, он может по факту любого героя просто, ну, бесконечно держать в контроль. Ну, не бесконечно, но по факту можно любого героя, у него просто, то есть, ну, если его поймали, все это, считай, можно на любой стане без БКП, и без БКП по хуй, правильно, забрать. Как бы это поэтому очень сильно. Твоя любимая хуйня. А так сейчас бы не чест, сейчас напрыгнул, это я не чест. Я стрелял. You okay, Hall? I need to tell you, I need to hear myself say it. When the collapse came, I saw it happen, and I did nothing. I was scared. So scared. You did the right thing. Knowing when to avoid trouble is just as important as knowing when to fight. No. You don't understand. It was my family. My parents. I watched them die and did nothing. Worse, I ran. You didn't know what was happening? None of us did. You saved yourself. If you'd done anything more, you probably wouldn't be here today. But they were my family. I should have... We all wish we could have done something different. Truth is, the past is gone. We've got to look forward now for all those we lost. Кто это за хуйца, я не понимаю. Это надо плевали сейчас, да, есть там он, как он.
Там птицы, смотри, да, блин. And why did I pick this up? Где я домик зайду? This looks promising. Что? Сейчас я домик зайду. Блядь! А как я напугал птиц? Я вообще в очке, блин. И ты еще, Леха, ты сверхразум. И ты еще сигнализацию ответил. Это два... Это... Блин, у меня есть. It's your lucky day, HR. Nothing to worry about. Смотри дверку, смотри дверку. Эй, так ты здесь? Hey, gun here. Все, пойдем, только на птицу не сожри. What was that? Over here. Friendly fire. Well, that's my workout for the day. Watch out, Crusher! In the head. Reloading. Yeah. Блять, а что со мной стало? Ибо, а что со мной? Ай, да жирный есть держит. Ну пизда, эти крепляни нихуя не делают, да? Нет, они не стреляют. Выстрели меня, дядь, быстрее. Да. Лол, ебать, он на крышу сможет запрыгнуть. Да. Он вообще как будто текстура делает. Нет. Блять, ну что это за говно? Мне... Лёха, мне на все КП кинул в щелку одна. Прикинь. Да, на крышу лазит. И все, он на крыше закопался. Он, блядь, закопался на крышу, понимаешь? Все, пойдем дальше. Ой, блядь. Сука, Ярва, блядь. А вот он. Блядь, меня это, раздрачи. Я эту хуйню убил, и она меня, блядь, плюнула нахуй. Блядь! Я понял, блядь, не уебало прям. А я прям за тобой стою. Так я так же убил, прям въебало. Забита опять. Блядь. And this is why I never carried a purse. Знаешь, там перевод, она такая, вот это меня схватила вот эта хуйня, да, вот эти стены. И тянка вот это говорит, что такая, простите. Вот поэтому я никогда, типа, поэтому я никогда типа не иду первым, но как Кэрин все. А перевод, поэтому я никогда не хожу с кем-то. Охуительный перевод. You need this more than I do. Вот как-то это, типа, блядь. Nice! Лёх, типа, а-а-а. And this is why I never carried a purse. Смотри, какая лёгкая. Лёг там жирный. Я взорвал, блядь. Лёха, я сдохнул скоро. Might hurt. Did you lucky day? Again.
stuff. Ammo here. Ну, здесь какой-то жизнь открыт. Убивал его. Try not to get bitten again. Need to fix myself up. Блядь! Блять, сзади открылась, блядь. Нет, не знаю. Там хуйня какая-то вылезла, через тебя, блядь. Я сейчас Нет, что там происходит, что? Меня арестнули или что? Да. Меня арестнули, быстрее, лег быстрее. У меня такой хоть какой, ну где хоть какой-то дроп? I don't like clutter, but it definitely likes me. Блять, не знаю, так что проебал кучу денег, это пиздец. Shoot it in the head. That usually works, right? Пойдем в тот домик, зайдем. Bandage is here. О, ми, а, о, нет. Need a little light. Here. Now I won't feel bad about my birthday. Let me help. Да, тут аптека есть. Оставь мне аптеку. А, это аптека? Похилися еще раз. У тебя ж нет, а бесплатные дозы еще есть. Одна похилися. У меня вообще миллиметр. У меня миллиметр там остался. Нет, так тебя красное схилит оно. Смотри. Видишь? Сейчас дайте репа. Не, схилься лучше ты еще раз. Видишь, она красная, это хильс, говно. Чего? Дальше уже там в деньгах, все, ну видишь, она. Я красная. Могу еще хилиться. Не, так там за деньги. Там сильно дохуя стоит, лег, 400 голды. Видишь, там что ты красная отхилил. Да. Лёх, ну они не отдали Магнуса ни в пике, ни в бане. Короче, Virtus.pro уже проиграли. Чекай их пик, чекай пик, это луз. Посмотри, что Virtus.pro напикали. Это помнишь, как в той, как в той хуйне, помнишь, как там было? Когда они играли на бостонском менеджере. Ой, блять, а шо мы напикали? У них реально 0-3, блядь, опять. Ну что это за пик? Ну так... Если они на закрывающие не возьмут медуза бать, да, там? Не возьмут какой-нибудь фантом лансера, там, не знаю, антимага Свена, то игры, если не будет хардкерри, это луз, да. Что у этих уже есть? Это говно, они опять. Ну, вот, ну, боём. Спектра не зайдет там, дядь? Что? Спектра не зайдет там. Вообще им надо брать спектру, реально. По мне это вообще единственный шанс, или какой-нибудь брать спектру и надеяться на лыж. Лёх, жирный, жирный, а чё он такой быстрый? Иди нахуй! Иди нахуй. Чё он такой быстрый? Не знаю. Ну вот ЛГД под последним баном думает, блядь. Это боты типа патроны, что ли, брат? Это я отбрасываю, у меня бьют. Ну, спектро они не забанили. Ну, они сами, мне кажется, что спектро они могут этими четырьмя героями навязать борьбу, пока да, спектра да. Будет. Ну там, блядь, зриби шейкер, залетит спектра, вот там. Ну так нормально. Не, ну просто я говорю, что типа вот если они вот эти смогут героями навязать борьбу, да, то спектра за это сможет отфармить. Возможно. Сможет. Ну Эмбер, блядь. Не, они Эмбера пикнули? Я еще не знаю. Не, если они пикнут Эмбер, Эмбер говно. И понимаешь, ему нужно честно, именно такой, который под ПКБ будет убивать. Вот такой жесткий. Керри прямо именно такой жесткий.
Они вот какая-то говнила. Инспектора вообще здесь. Hey, where'd everyone go? Лёха, мне надо сюда, ко мне. Ну, last pick у Вертуса. Кунка, блядь. Ну это они кунку взяли, но... Ну, говорю, если они не пикают хардкерри, я можно даже не смотреть, я даже снимаю. Если они не берут хардкерри... Эмбер, сука, как ты угадал, Лёша? Ты, блядь, эксперт по говнопикам? Расскажи... Это эти говорили, да, боюсь, они... А, я не... Ну, они дебилы, это лучший шанс. Лучший шанс. Просто, ну, как обычно, типичный говнопик, говнопик Virtus.pro. Просто типичный говнопик. Вот я про другого даже не могу сказать. Это типичный говнопик. Всё. Просто вот типичный говнопик. Надо поэтому идти в лоб. Блять, опять это там не дано. Её ещё и не убили. Ты что думаешь, это 2 по 20, да? Кажется. Ты ебай, почему нельзя брать нормальных физовых херей? Вот объясни мне, блядь, почему, блядь? Ну какого хуя? Ну это какой-то бред, блядь. Не выигрывай такие, блядь, не выигрываешь. Ты никогда в жизни ЛГД, блядь, невозможно. ЛГД невозможно запустить, блядь, невозможно. Почему ты думал, они, блядь, или Тараблейда, блядь, возьмут, или... Так я думал, что они возьмут нормального физового. Хотя там Кунка была, по-любому, Тараблейд, по-моему, был бы. Ну, они решили, не Не, ну, Спектра заебись-то реально было. Тогда! Ну, так я понимаю, у них был хотя бы лейд, можно было подумать, ну, потяни, потянем, там на микро как-нибудь басым этих шалашов, а в итоге ж. Там бы Спектра изи могла сразу залетать, блядь, если Шейкер полетел, утонул. Ну так да, 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 дефолт. Ну только что играли так вот эти, блядь. Ну чтобы же, а кое идти, я вообще не понимаю. Не, а вон, наверх, лол, наверх. Lights on. Let's go! Лол, сам челики зашли. Мне залагало, блядь. Там челики зашли, блядь. Ну, заходи, Лё. Where are you? I thought you were right behind me. Ты меня видеть начал. Не знаю, мне кажется, что они ничего не делают. Здесь еще этот Капра Бэйн. Вот этого Бэйна потом будет просто вот ауешкой цеплять. И просто в ноль разваливают. Просто вот его просто вот эти вот отдают. Да вот эти птички будут жрать, нахуй это, блядь. Так, да, 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 ну не. Я удивляюсь, вот кадры, сколько мы с тобой смотрим у Virtus.pro, да? Столько они такую хуйню, вот столько они столько такую же хуйню не делают. Вот каждый раз, блядь. Каждый раз. Но я больше к нам какие-то долбоебики присоединились, пиздец. Видишь, верзил из броневой, блядь.
Можно было АФК поставить, чтобы они ливнули, да. Блять, Мик, ты не знаешь, где можно скачать, блядь, офис нормально? Что скачать? Офис. Ну, на Арутрекере, а что тебе? Там вроде нет их нихуя. Да есть. Арутрекер? Ну, я тебе сегодня скину, если надо. Ну, можешь скинуть? Ну, потом скину, после катки. Надо играть, почему, может, там тянками позвонить? Ну, пошли. Так обезьяна не загрузи, не... ты выбираешь, что там идет. Не грузит. Мы себя ждем. У меня реально грузит. Бля, значит, если ты вылетишь, я буду орать, как шалашу. Ну что, ты типа все залагал, минус ты? Не-не-не, нормально. Черек, наверное, зашли, да? Не-не, там была карта, потому что все легкие противники получили, чтобы в головке убивать. Ебать, я понял. Вижу они в броне, не могу убить. Ебать, там дал. Блин, ну заебал, блядь, перегибал, а блин, какая рукопашка, блядь, дебил. Держите вот. Я вообще не помню, вот Эмбер, бля, не, ну я тебе говорю, знаешь, что будет? Даже если Вертус пробует играть, заебись, они эти ЛГД затянут лейн, где-то на Луна их, блядь, под базой теперь подбубьют. Come on, this way! Hear that? А где отпустить ему? Где вот нажать? А, вот. Всё, погнали. Чё? А, надо туда теперь бежать обратно. Лёха, а что, куда вы? Нет, ко мне. Ну, обратно, да. Ну, так где, так где, так, так наши дебилы-то не бегут. Смотри, где они там. Обычно, блядь, но согласись, с полным долбоевым никто не будет спать играть. И чё? А мы запрыгнем. Блядь, что я боюсь нахуй прыгать здесь. А, вот. My father took me out in a boat once. He threw me over the side and then rowed back to shore. That's how I learned to swim. Today is my lucky day. Showed that. Which is good because it's been a shitty week. Да,
каком же расстоянии бьют они в рукопашной атаке? Ну это смешно. Бьёшь такое расстояние, если они в рукопашной атаке? Назови два жизни. Не, ну я могу сказать, что, конечно, с этими челиками. Ну они, да, стреляют. Да, блядь. Don't see anyone else's name on it. All for one and one for all, hey? Plus, we could die any minute. Это что выглядит на ПП для бабки. Тебе на ПП не? Ой, блядь, что? For a moment, but I knew we had it. Это вообще изи пизи, да? Yes, that's mine. Glad you guys could keep up. А боже, как, боже, как аптечки пиздили в нос, да? Блять, ну сайленсер, ну сайленсер, я не могу этот пик, эти уёбища. Сам прикол, что даже нет смысла заливать хату на ЛГД, потому что там ставки, вообще коэффициенты будут хуйня полнейшая. Помойка. Кто там не нажал, Лё? Так. То есть надо бежать. Во, карга, видишь вот это? Карга, видишь, нас пустит карга, вот, видишь. Изрыгатели с броней. Скороходы с броней. Миссия вообще в ноль денег. Hard copy. Good luck. Hope one out. We are privileged. The general loves that thing more than us. Let's go kick some ass. Орда идет за вами по пятам. Through
here! Вы, блядь, зря это сделали. I can do this! I need to reload! Hey, is he watching my back? Это карга. Это помогите, ёбаный ты. Ну и она все время закапывает, да, дядь? Она не убивали это? Ну она нет. Ну все, я уже умер. Я уже, блядь. Я, блядь, убежал, просто будет. Small mercies. At least we're not sailing in these things. Reloading! Something's not bad. Nice! Really nice! Reloading! Ah! Can I actually shoot the bad guys? Cool! Of a large pack of written in your area. Пошли вот сюда, здесь будет норм, блядь. Сорта надо подъехать. Это как та смоль, блядь, дебилы, блядь. Знаете, меня отдали одного прикрывать. Серик, вы спать? Что я ухожу? Сзади толпа, ну почему никто не прикрывает? Я стреляю, ёбаный рот. Сзади убежали. Эти дебилы в рукопад. Да что за хрезды нахуй, понятно? Да я умер. Я не думаю, что я могу больше долго. Там. Что, у тебя нету этого? Она сливнулась. Easy, I got you. This seems pretty straightforward, right? I mean, what could go wrong? Oh, me. I got a list. Gotta take care of this. Man, that hurts like hell. Firecrackers here. Patching myself up. Real riverboat. I took my mother on that once. Against my better judgment. Don't you hate boats? I do, but I could hardly refuse the woman who brought me into this world. And if I did, she would have just gone without me. What is that? Reloading. Я что там дверь тебе показывает? It's the settlement ship? Pretend to talking about this place. If there were survivors, they're gone now. Вот у нас вот тебе давать. Хуйня, это покупать, не покупать, миллион денег потратить на говно. Ну да, надо, я пойду. Там какая-то говнокарда, ты еще какой-то промечает в рот. I'd never leave a friend. Well, not yet. They're everywhere! Reloading!
че я добежал, Лёха, не писать. Вообще денег, я не понимаю, где деньги. Я до этого играли, по 1500 было, сейчас будет деньги. И быстрее, кто там входит? Over there. There's always one. Блин, дебил! Don't slack, they'll be back. Hey, get back here! Whatever I said, I didn't mean it. Well, maybe just a little. Hey, we should stick together. I'm not going back out there for you! Well, maybe I will, but I'm not gonna tell you that! Ну, судя по нетворсам, смотри, в каком говне этот, блядь, Эмбер, блядь. 6000 Эмбер, дядь. Ну, понятно. Короче, у Шейкера больше голды, чем у Эмбера, дядь. Слышишь? Да. Ну, блядь, понятно, блядь. Эмбер в говне, нахуя пикали, блядь, ну, непонятно, да. Как обычно, блядь. Ну посмотрим. По катку 2000 они проигрывают, эта хуйня. Наверное. Просто Бэйн никак тебя не спасет от этих странных птичек. Ого. А. Плоть черепа этих джимов. Лол. Взрывоопасные содержимые. Я понял. Если не попал в захват, можно... Я понял. Похилить у шкафчика, эти обезьяны пока не похилить. Быстрее. Вот шкафчик, да. А эти дебилы купили, я здесь. А мне вообще здесь денег нет. But instead of a timer, there's things trying to kill us. Reminds me of a whale I saw on the beach. Guts were everywhere, too. Looks like most of the cargo's still on the surface. Just need to find what we need. That one, ridden zero. You shot me! Watch where you move in the future. Rover 2, this is Screaming Eagle. We're inbound on your position. Find the attack cargo. Блять, я понял, задаю. Дядь, резко. Ну хоть пол хп, блять. А что случилось? Чего ты просто повис? Мне пролаз ебаный был, я думал опять повелся второй раз. Attention. 15 челиков только что полку подошел. I found one. Есть зомбачи, которые полоху стреляют. Это надо идти, что вы стоите? Да иди вперед! Все, бежишь? Надо как-то найти хуйню.
понимаю, или что? Доберитесь до сети контейнера такого. Куда идти, Лёд? А, вон, блядь, знаете, куда убежал вообще-то лучше, как. Беги, Лёх, ты где там? Вон, как показывают. This is Screaming Eagle. Inbound on your position. Что, забрали? Нет, там вон показывают. Мне кажется, тут точно один должен быть. Ладно, это срочно. Трёх, ты где? Чё, пизда? Резай меня скорее! Лёш! Я не понял, я чё, я умер. Я кинул гранату и умер. СТП. Я ебал, эта машина взрывается, блядь. Я резаю, что челик, иди и стреляй. Эй, погоди, вот так, не ебать. What the fuck? Sorry! Бежи быстрее до следующего. Бля, ну кто выстрелил? Reload by me! Found one over here! Блядь! Лёха, а чё ты сидишь? Что там делать? Надо представлять эти... Ещё один. Панон, заберите команду. Ну, уходи, а то я тебя разъебу, тебя толпу, что прямо за жопу, блядь. А чё мы собрали команду, и что? А, всё. Ну, что-то Virtus Pro уже 8000 проигрывает. Ну как, блядь, Virtus дно, блядь, по-другому тут не назвать. Долбоёбы, долбоёбы. На параш, на параш. По балансу. Дебилы. Пикнули говно, отсосали, блядь, закономерно. Я не понимаю, как против такого сильного противника можно пикать говно. Вот я просто, блядь, мне в голове, блядь, не укладывается. Вот как, Лёха, как можно
против сильного противника пикать говно, которым, блядь, ты, блядь, даже не мог выиграть предыдущую команду. Вот как, Лёх, как? Нихуя себе! Что такое? Да я охуеваю, смотри, там, типа, эти, блядь, сколько карт помех, это пиздец. Там все бронированные, все жирные, пиздец. This won't hurt. Much obliged. Much. That was good work. Два бесполезных саппорта, ну, блядь, you've earned my confidence. Thank you, sir. 6 months ago, while on patrol, Ren discovered a survivor in the wilds and brought him in, a scientist. He'd continued working after the collapse, but no longer for a cure. Now, for a solution. I've been helping continue the search. He believes he's made a breakthrough. Sir? He's up at the old Finley estate. I'm sorry, this had to be classified. I didn't want to spread a false message of hope. I also didn't want him killed in a scramble to get the formula if other settlements found out. Smithy will brief you at the church. I can't tell you how important this is. This man could be our best hope to win this war and wipe out the ridden for good. Let's do this. Anything, I swear. Though I should have suspected after I found that canister. What canister? Just a theory. We'll see soon enough now, though, won't we? I think going down the street would be easy. Not today. On my target! Over! One day they will run away when I do this. Задефнем, я ёбану его. Reloading. Ну, Вертус Промах, уже не смотрите эту карту, они же не делают. Nice. Они, мне кажется, даже, блядь. What the fuck? Ты Дигл не купил сейчас пистолетик себе? У него там дамаг, пизда. Off it. Reloading.
looking worse than usual. Hey, we should stick together. Whose side are you on? So sorry. Watch out! Cowboy! Hey, you weaving as I glided past you out there. Трон уже снесли? Ну, 11 тысяч они уже проиграли. Ну вот луна. О, нихуя себе. Значит, луну заберут. Забрали, Лёх, луну, прикинь. Да, видел. Ну, не знаю. Ну, блядь, я не знаю. Я не верю в них все равно, не знаю. Проигрывать 11 тысяч, если бы они хорошо играли, они бы не проигрывали. Типа, ну, опять же, понимаешь, это ж хуйня, вот чисто шейкер. Шейкер, да, что шейкер? Типа, не знаю, может, они шейкером так и перевернут, на самом деле. Ну, я не знаю, я не верю, что... Ну, с другой стороны, смотри, каких-то мега-керри на самом деле у ЛГД нет. Ну, то есть, это, конечно, ну, и ваша, как вот, да, Луна. Но Луна-то... Meet up with Smithy at the church. He will direct you to Rogers. А где ящик со снаряжением? Нету его? Да, нету. Челик, кстати, лью. Блять, у меня 47 хп, это пиздец. А, вот, я нашел. Мы, кстати, опять вдвоем. Бля, вот тут вот клад, дай посмотришь. О, заебись. Можно забирать. Oh, yeah! Бля, это все жмутое ебаное. Что? Если тут хилки нет, это ебучее. Ну почему нельзя выкидывать нахуй улучшение? Я не понимаю, это... Is it wrong to be this excited? Wait, I'm just being nervous. Sometimes it's hard to tell the difference. But whatever it is, I'm psyched to do this. No, no, no. Something there. Бабосы что-то пытались. Бля, ебать, там Скар, бля. Это ты выкинул его, что ли? Да, да. Да, да. А с чем ты сейчас бегаешь? ТМ-ку нашел. Ну, за этот Скар много лучше моего калыша, я-то буду с этим бегать. Ебать, я на раздор пушкой бегал, я с говном бегал, опрыганный, бля. Меня вот то, что ты выкинул. Мне он не понравился, если честно. Мне ТМ-ка это повысит. У него, блядь, точность ёбнута, или это за прицел, или за чего? Прицел надо поменять на какой-то вид. Типа хуёвая точность? Ну, как-то у него слишком разброс большой или что? Или за прицел, так кажется. Дядь! Ну? Виртуспро, смотри! Ай, блядь, мне чуть-чуть не хватило. Смотри, как они разъебали, чекай. Чутка. Эмбер выкупился, дядь? Да, я вижу. Нихуёво, блядь, ну... Не, на самом деле, блин, было бы круто, если они дали бой, реально. Но, блядь, я не верю все равно. У них слишком слабые саппорты, слишком слабо. Пошли, куда-то надо идти там, блядь. Вот вообще идти. Ну да, у него разброс пизда. Ну ладно, я люблю. Посмотреть. Это из-за прицела, наверное, идет такое. Не знаю.
Сзади два зимы, дядь. Прыгнули. Что за мусор вообще, Гарри? Да ты хитаешь? Нет. Блядь, сзади еще дубают, пизда. Я понял, он брать. А как тебя ваншот? Не знаю, я просто не видел. Кальон, пизда мне сейчас будет такой. Мне надо потерять, короче. Ёбаный в рот, ты пизда. Я умер. Я забыл там. Надо большого добить, блядь. Ну ладно, нет, вообще. Пизда, еще этот долбоебец. Я тебя спас. Потому что, блядь, там же жители еще лёд теперь. Давай большого добьём. Я в кого жму, я вообще. Что ж там еще разрушитель появился этот. Вот тот, который этот. Это мне пизда, я сам же спас. Мне долго. Я умер? Сука, мне долго. Тут хуйня есть, сильнился, лёг. Это. Ты играешь в Дамка? Я играю. Тут хилка есть у меня, лёг. Я не могу, у меня челик идёт. Беги ко мне, беги ко мне. Убегай, убегай, убегай ко мне, беги сюда. Вот беги, вот в арке, в арке, сзади меня хилка, лёг, сзади меня в арке, лёг. Да не сюда, вот сзади меня, видишь, где я стою? Вот там хилка есть на стене. А, нет. Хилка на пух, быстрее. Фьюз Дигл тут снимает, видишь? Ну, а чё там? Это шейкер, не знаю, мне кажется, что если вертушной это как-то не в карту перевернут, то шейкером то уже там. Покились еще раз. Покились, там еще есть бесплатно. Вы что, блаженный, да? Еще жирный? Похилился. Why did I pick this up? Just give me a minute. Ну похилься еще раз, Лёх. Там все одна доза, мне нет смысла хилиться. Ammo cache. Все, пошли. Если... Я понял, это дверка, я, блядь, все бабло проебал. А нахуй ты бабло проебал? Какое бабло ты проебал? Ну там разве не за бабло? Нет, там 4 раза можно хильнуться бесплатно, а потом платно. Ну все, Virtus.pro уже насосали 16 тысяч перевес. Все, они уже сосали. Ну это как бы. Ну у них саппорты слишком слабые, сиглы? Да. Нахуй, какой, блядь, нахуй. Хотя, может, из-за этого только они и смогли подраться, но... Не знаю. Я как-то... Я не верю в эту хуйню, что Сайленсера можно выиграть, блядь. Ну, посмотрим, ну, блядь. Не знаю, потому что как бы ты заведомо играешь в слай... Кто не нажал? Ты не нажал, Лёх, или что? А. Это мы еще второй акт, не третий проходим. Второй, блядь.
рукав, встретись с церкви. Ага. Что призывает Орду? Даже если их убить? Че это за бред, а, дядь? Не знаю, что это за бред, дядь, но у меня опять 40 хп, блядь. О, блядь. Да, а так где, так, а так ты за этого, вон, по тебе повезло. Еще покилься, еще раз покилься, Лёха. Да, чекнуть. Ну у тебя красный кусок же, не флоу. Блядь, не, я хотел купить улучшение, но на иначе я не куплю себе хилок, блядь, а без хилок это, блядь, мертвый номер, блядь. Ну все, погнали. Ты аптеки купил? Одну. Дефибриллятора Д2 купил, надеюсь? Да. Да, блядь, это был отстрелитель, блядь, заранее. Стрел. I'm out. Кто меня бьет? Reloading. Эти по головкам не стреляй, наоборот, по этим по ногам. Не стреляй. Ну что, Virtus Pro уже ГГ пишет. Там уже троном сносит. А, не типа отбились на базе у тебя, типа отбились. На самом деле нет. Обезьянки на помойке. Найдите, уничтожьте стукачей. Конечно, Орду призывают. Вон я вижу одного. Да ты гренки такие приманивающие кидаешь? Приманивающие гренки ты кидаешь, да? Нет. Я церковь. Че по пушке тут лежал, блядь, нахуяло? Ну там он эмка. Пошли, надо стукачей еще искать, лё. Я нашел стукача, пойдем. Bandages here! Not opening these doors while there's written out there. Да ёбаный рот. Ну так нет, так здесь, так я пошёл, по этой хуйне. Типа делать по заданию. А чё ты не режешь? На ларе сидеть с дефибриллятором, ёбаный. Он не режет. Он не режет. Смотрите, на пятёрку. Всё, берём, наверное, резко.
один остался. Другой. Значит, двоих там сразу двоих. Коля, ну на что последний уходить? Пройдем, Лёх. Ты идешь со мной или что? Лёх! Иду. Ой, убегает! Тут данные один какой-то. Я сам пойду. Дядь, надо убить двоих разрушителей. Что я убью? Да. Вот я видел, я успел, это надо. Пойдем в эту хуйню зайдем. Против двух разрушителей, ты ровно? Где две гранаты есть? Да, их зашли. Отвар разрушил. Я сдул. А как бота брать? На их смотри его. Hey, what are you doing? You ain't near finished. Hit the weak spot. Ammo here. Блять, хотел его отбить. Почти убили, Лёха, блять. Да, блядь, вот как-то я не понимаю. Почему я уеблю? Куда? Даже куда? Я не могу, я не могу. Ай. А у меня, блядь, только бита на курсе. Ладно бы, если был пистолетик, я бы мог стрелять еще, понимаешь? Я убью, он супер холёный. Я пойду бота спасу. Это я. А, все. Appreciate the assist there. Glad we could help. But you weren't just in the neighborhood. You know it. Ну это вот это было потно, что. Ну там нереально, там, блядь, это слишком много АУЕ, ну пиздец вообще. За ботов пришлось играть, да, блядь? Ой, такие ошибки, ну как можно пикнуть такое говно? Как мне нравится вот эта аналитика? Вот кто им сказал? Вот реально сказал, почему не пикайте хардовых керри? Почему, блядь? Зачем? Ой, все, блядь, пиздец, я не могу. Это вот, Лёх, каждый мажор, каждый интернешнл, одно и то же говно. Вот просто вот одно и то же. С иглы? Так да, блядь, побоюсь. Ну все, одну миссию всю, я засыпаю, я уже просто... Пошли одну миссию еще и Take a look. Ебать, знаешь, какая там карта есть, Лёха? Это надо открывать. Вы можете поменять два основных оружия можно поставить, Лёх. Вот это жестко. Ну там типа минус 25% смена оружия, но мне кажется, это полная хуйня. Это хуй-то вообще. Вот. Что-то, блядь, оружие-то меняешь каждую секунду, нахуй.
Я уже ясе открыл это, кстати. А как это называется? Ну это надо открыть. Была называлась как-то верхняя вот хуйня, я не знаю. И там называлась там переулок, переулок Пола, и вот там это было. Я не знаю, Лёх, как это. А, переулок Пола? Ну. Ну вот там вроде в нем было. Ну посмотри, ну значит там вот верхняя. У меня это была самая верхняя. Я не знаю, я ее открыл. You made the right choice. Не знаю, Virtus Pro сейчас 2-0 отлетят, и все, это, блядь, очевидно, не знаю. Ну, я не знаю, посмотрите, вот понимаешь, как-то я помню, как они вот давно обыгрывали, короче, да? Угу. Лол, знаешь, какая карта есть, Лёх? Ну? Серебряные пули, 10% урона от пуль, 150% силы проникновения. При убийстве мутанта вы теряете 5 медиков. Ну, мне кажется, кстати, это хуйня. Если я получаю где-то 1000 за ну, 1000 закатку, где-то, ну, плюс-минус, да, где-то там так. И, ну, сколько ты убиваешь, блядь, зомбачков с таких? Штук 30 их всего за эту хуйню, да? Максимум, наверное, да, если не меньше. Ну, наверное, да. Получается, что 30 на 5 это 150 медиков ты теряешь. Это полная хуйня. Лол, туда 8. Это я открою, короче, еще вот эти серебряные пули. Ну, не знаю, твердая рука, 80% скорости прицеливания. Не, ну, это... Слушай, тут есть одна имба это. Еще одна имба карта, короче, автоперезарядка. Когда вы убираете свое оружие, оно перезаряжается. Но минус 15% емкости магазина. Я его да дает. Мне и так нормально перезаряд, короче. Нет, ну так нет, смотри. Если эту карту сочетать вот с этим сперком на двойные оружия. Основные, понимаешь? Ну и что там? Ну то есть смотри, ты будешь стреляешь, допустим, с одного калашика, убираешь его, переключаешь на второй калашик, и у тебя уже тот калашик перезарядился. А как она называется карта? Ну это вот там еще следующее после улицы Пола, если полностью открыть. То вот там это есть. Это не на оружие, типа? Не а, стойки? Стойки? Блять, я не очень понимаю, что между. Какие стойки? Что стойки? Ну вот эта хуйня называется денежно-прокачивать, типа. Там стоит? Стойки, да, стойках, да. Ну, по мне это жестко. Если я попробую действительно вот это сделать, вот эту типа хуйню, что. Что-то уберу тут лишнее. Не знаю, стрельба на бегу, кстати, говно я вообще ни разу не юзал, нахуй не нужно. Я тоже, я очень не почувствую. Вот месть запавший, кстати, нам только штукатку вытащила, кстати. Без этой хуйни я бы не смог, ну. Так, где надо это? Надо меня стоит, вроде. Ты ж не ставил себе? Месть запавших? Да. Стоит, не убрать? Так она ж у меня стоит. А, ну я уберу. Ну, сейчас я, короче, хочу убрать вот эту комбинацию. Автоперезарядка и одного мало, окей? Сейчас посмотрим, мне интересно, что она работает. А патронтаж у меня есть вроде, да? Сейчас мне еще одна карта. Так. Что-то еще и снова было. Говно, говно. Я хотел серебряные пули еще поставить. Я их поставил. Я вот еще серебряные пули себе поставил. Вот эти, потому что голду снимает, типа, но урона больше. 10% это много или хуйня? Ну все, ладно, короче, в принципе, я, наверное, готов. Ты готов, Лёх, или шо? Поставлю какую-то. Зайди, конечно, 15% емкости магазина, это, наверное, много, но... Но автоперезарядка, мне кажется, это заебись, потому что по факту ты будешь стрелять с одного оружия, то есть... Блин, когда выбирайте? Блин, ну это жестко, по идее, блядь. Как раз именно вот с этим, с одним мало, это жестко. Даже если ты будешь медленно менять оружие, ты все равно, ну, блядь, 25% это хуйня, наверное. Кстати, вроде где-то была карточка на увеличение скорости смены оружия, мне кажется, была где-то, я видел. А, ну вот, есть перчатки для стрельбы плюс 25% скорость смены оружия. Посмотрим, что здесь можно брать.
Ну все, короче, если я поставил перки, по факту, по идее, я должен нивелировать, тупо пить другими перками, нивелировать. Да, блядь, дядь, но они еще должны выпить. Ну это да, это... Это согласен. Ну все, гоу, короче, вот одну миссию сыграем и все. Я, блядь, уже я и спать хочу, и уже, блядь, уже не башня, а дохуище. Ну как, не дохуище прям, но... Ну, не знаю, мне кажется, сейчас вот в этой следующей катке Virtus Pro отлетят две... Бля, ну два оружия, по мне, это супер жестко, на самом деле. Ну, хотя! Ну, сейчас посмотрим. Можно будет то снайперку хотя бы брать, да? О, нихуя, Лёх. Нас челики зашли, нахуй, прикинь. I mean, yesterday we came close, but... Hey! Here we are! Причём они со Стима, Лёх, кстати, судя по всему, слышишь? Утром дети, наверное, после школы пришли, поэтому мы с ними играли, блядь. А сейчас челик это запах нормальный. Ну, ну че, я хочу сказать, что просто вот сейчас с нами нормально играли, что-то я нихуя не согласен. Ну они, блядь, стреляли хотя бы. Сразу три карты дают. Надо быстрее оружие разбирать, дед. Калаш. Ты что-то не выбрал еще или что? Лёш. Да, да, да. Филипп сказал, что ты пришел. Блять, это там такое оружие, передача. Ну я калаш сбил. Роджерс? Crazy bastard kept my truck, said he might need it. Ain't gonna argue with the barrel of a gun. Only thing he'll lead up there is a wooden box. Вот оружие лежит, вот бесплатно, не покупай, блядь. It's some trek. That place terrified me as a child. Yeah, rather him than me. Told him he'd be cut off, but he insisted. Cut off? Well, I wasn't going back to get him. Told Willis. It's crawling up there. That just made them more excited, like kids in a candy store. There's so many of those damn things up there. We rigged the forest with fire traps. We got caught with our pants down once. Not letting it happen again. You'd best stock up. The land's sour up there. Go on. Yeah. А ты знаешь, какую карту я видел? Что, типа, короче, если ты присаживаешься, то friendly fire нет в принципе. Типа, тебе и ты не носишь friendly fire. И у тебя плюс 10 пацанов хп, плюс 10 хп. Гренки реально жесткие.
Friendly fire! Sorry! There! Let your aim! Look before you fire! Can't say I'm proud of you. Purloining the odd apple or two from old man Johnston back in the day. Я зомбачка на ножичек. Just what I want. Reloading! Patching myself up! Ah, had worse bites from a minnow. Сука, пидорасы, спиздили. Если где-то ворона будет сидеть, блядь. Одно надо требовать, написано, требуется набор инструментов, Лёв, чтобы его это... Да, там некоторые уходят кровь. Что? Ну там некоторые уходят кровь. Так нет! Ты не... Блядь, Лёв, ты прикалываешься, ты, блядь, сколько чат согрел, и ещё артуфик согрел это. Ещё и очки так там, блядь, в кустах не видно, понимаешь? Я так сюда побежал. Нам туда смотреть? Нет, это на трассе слетел прямо подо мной, а у нас нет набора инструментов. Ну ты прикол, что, видимо, нельзя. Что, типа, видимо, ты будешь арту автоматически, как ты там не летаешь. Типа, а вот, а набор инструментов требуется, и чего делать? Nice! Бежать туда, в поле, блядь. Oh, this was not good. You shot me! Out of ammo! Я, а у меня патронов. I'll take that. That's too bad. Я патронов не отъехал. Ты не можешь дропнуть? Нет, я только при убийстве дропаю. Автоматически? Да. Let's check this place out. That. You know what I miss the most? What's that? Hanging with my brothers in our PJs. Eating cereal and watching cartoons on a Saturday morning. No. Looks like we got a local ticket. Stay hardy as we start the party. Ну, я просто думаю, я потом, мне надо пистолет хотя бы, ёбаный. Word on these empty streets is that the winds are back. You keep the look out yourself before you меня бьют, но помогите, Лёша! Посмотри, мне нет, пошло. Я не могу заходи, дядь, тут, блядь, утки лежат, ёбаный рот. Я не добежал, меня станили враги, а я не могу это. Есть у меня, ну все, этот дебил там остался. But it looks like it didn't work out too well for anyone. А как ты думаешь? Что по-моему? Кенла! Он резкий. It's bad, right? You can tell me. Be honest. Just not too honest. Get me back up. Или он типа добежал до сих пор? Could you use some help here? I'm out. But you can still get the job done. Help! Please! Can someone help me? Блять, не дрочит, дрочит он что-то. Не, так все, он, видимо, уже добежал до сих пор. Либо чуть сами добежал. Мне просто патроны хочешь, мне сыграл эту ситуацию, что у меня странное меня оружие и... I don't think I can last much longer! Some assistance would be appreciated! Дебил, Путин уже прячется. Here we go. Thank you, Jim. Go with me, huh?
Цифхал же или что, или нет? Блин, ну просто бред ебучий, понимаешь, я сказал, что я не переживал, потому что типа я бегу. Taking this. Ну просто тот еще дебил, там где-то остался в очке. И тут хилка была, ясно. Ну это пол. Так ты того не резнешь, если че. Я же не того не резнешь. Ну или главное, или что? Reloading! Может он руинит специально, да? Я был там остался. Done for now. Let's move. You need to reload. This way. Да ну я так тупо сдох, у меня просто закончились патроны, и нигде у патроны не упадали на мою говно. Лёг, там он жирный, убей его, быстрей. Где этот дебил? Лёг, иди похилься, в подвале хилка ещё есть. Хотя, может, и нет, но иди чек я подвал. Во, вон подвал, там, может, хилка есть. Ещё одна есть? Вот. Всё, молодец. Мне кажется, там хуйня осталась. Как просто добежать здесь надо, мне кажется. Что? Как просто добежать здесь, по-моему. Что пизда, мне было пистолет, я хоть что-то мог сделать. Big as sin and uglier than cancer reminded me of something out of those old 50s sci-fi movies I used to watch with my pa. Except the special effects were a hell of a lot better. Ну а где этот дебил? Что он делает там? Здесь я хуеваю. Да я хуею, блядь. Он вообще где-то внизу там что-то делал, блядь. Дрочит. Интересно, что он там дрочил в то время? Что, чем он занят? Генератор, блядь. When you have time! I got you, HR. Да. Он, блядь, не видел, прикалывает. Ну, стреляю. Need help here! Ну что, там еще враги? Он сейчас он сагрит арду еще какая. Ну все, пизда. Ёбнутый какой-то, пиздец. Блин, ну меня бесит эти говно, нахуй я не хочу с ними играть, хочу с ботами играть. I'm bleeding out. Что он, где он дебил? Ясно, он сливает. I got you. Что это было вообще? Блин, специально, нет. Thank you. Блять, не у двери, сука. Тупой дегенерат, блять. Он, блять, добежать не может. Aren't you forgetting something? Я в ахуе просто с дауном, блять. Ты понимаешь, я умер? Я умер в этом говне, потому что, блять, это. Ой, блядь, ну посмотри, что эти дауны опять на пике. Я не могу на это смотреть, это просто пиздец.
Все, ладно, все, мы дошли, прошли одну миссию, все, пизду, у меня жопа сгорела, что ДЦП нахуй, а босс снова. Это долбоёбик. Так реально долбоёбик, он делал все, что прыгал, ты видел, как он бегал, что-то дрочил. Да специально, блядь. Дебил, блядь. Специально, блядь. Не знаю, я, блядь, не верю, что такие дебилы специально. Ну все, ладно, короче, я...